А, все правильно. Реально. Я просто сегодня вдобавок ко всему мы и так много снимали. Да, сегодня мы сняли много этой хуйни. Resident Evil 6, который называется, так что... Если вдруг... Ну, как-то не вышло, короче. Еще ману всю проебал. Зато я наношусь, как угорело. Задинаю, чувак, задинаю, не бойся. Меня чуть на Эчепрофит не убил. Я задинаю. Чувак, иди отдай себе эншентом, я задинаю. Я хочу задинаить кого-нибудь. Я никогда никого не задинаивал. Как Макс все хотел задинаить. Ну, у него идея глупая была, а у меня благородные цели. Так, стичь. Ну, задинаить кого-нибудь, разве это не... Это ж клёво. Мне еще 900 душ до амулета. Ты хотел сказать, да... Shadow Blade, да. Сейчас я попробую найти мистер Фурион. Он в нашем лесу качается. Да? Да, скорее всего. Мистер Фурион. Потому что я сколько таскался в ихнем лесу, я так его не нашел. Возможно, он обузит одну прикольную фишку с... качем. Да, тут его нет. Тут инвиз. Я возьму, чувак. Не волнуйся, не утруждай себя. Что-то как... О, на че профит вот и прилетел. Я красавчик. Черт, я не успел на нее использовать. Да, я убил яд. Нет, я убил из шейка. 4 в 3, это плохо. Это норма, чувак. Мне сейчас главное было просто ворваться на Nature Profit. Я это сделал? Я это сделал. Я молодец? Я молодец. Зачем вопрос? Не люблю Nature Profit. Ну ты же знаешь, как я отношусь к Nature Profit. Это все так относишься. Ну ты так относишься к ним. Понятно. Я даже играл, между прочим, за Nature Profit однажды. И как? Мне не понравилось, сказать честно. Я чувствовал себя каким-то ненужным. И будто бы меня использовали. Вот что я чувствую, когда я играю. Каждый портуется и все дольше и дольше. Да, чувак, на секунду каждый последующий телепорт. Я просто не уверен, как этот хук работает. Он получается, если на пути есть кто-то, то он врезается оглушает в него. Оглушает. То есть никто, нет, никого не должно быть на пути. Это тебе не тот хук. Хотя нет, да, оглушает, но... Нет, не того оглушает, он оглушает того, в кого врежется. Ну, врагов, врагов на пути не должно быть. Потому что вот я попробовал с врагами и как-то не вышло. Не бей меня. Смотрите. Кто нашу куру сюда привел? Не знаю, чувак. Ну я спасу ее. Самое главное, почему-то... Что? Фантом Лансер не использовал инвиз, когда я в него бил. А он умер? Да, он сдох. Ну, есть мнение, знаешь, почему? Он не умеет играть, да. Потому что это кекс. Это в той игре кем он был, не помнишь? Это я Сеймон. Не... Это все. Все объясняется. Конечно. Так, о, я нашел Nature Profit. Слушай, ну шейкер-то, он сосет. Так-то да.
Так-то да, даже Нэч Профита соло убить не может. Что за шейкер такой? Интересно, куда Нэч Профит после этого портанулся? В наш лес? Я все хочу его найти. Нэч Профит. А я в лес пошел набирать 300 голды. Нэч Профит. Ну вот, у меня аж на хоста кончилось, пока я Нэч Профита. Зафармить предлагаете? Окей, я могу. Интересно, хотя бы крипа убью? Нет, даже крипа не убил. Но я убью его. Кавабанга. Я хорош. Крипов такую пачку зафармил. Даже глазом не моргнул. Ну что, други, готовы врываться? Нет, нет. По ДК. Ну, ДК, блин. Очень много брони. Если серьезно. Куда ты побежишь? А, это... Это был я, да, чувак? Нет, нет. У всех всегда много брони, чувак. А вот то, что у меня маны нет, это проблема. Эй, почему меня пытаются убивать? О, руна регенерации. Дай им... А. Ага, сейчас, нахуй. Вот прям так отдал, блять. Руну ему регенерации. Прям так и отдал. Ну дай тогда хоть бутылку восстановить ману. Нет. Дат. Нет. Так, блин, я забыл, что дальше собирал. Так... Ой, она со мной решила поменять. Вот, блин, маны сейчас не хватило. Ничем не могу помочь. Я бы мог, но нет. Пойду куплю на Тараску кусок. Иди купи на Тараску кусок. Она у меня считаю, даже в рекомендуем. Я считаю, что обычно я покупаю шмотки, и они не нужны вообще нахуй моему герою, но в данном моменте даже сама игра советует мне Тараску собрать. Меня убили, чувак. Ну я успел купить зато ривер. Действительно. Фантом Лансер, лучшее, что он решил сделать, это побить мои коги. А вы где были? Хули вы все сверху делали? Кто мне объяснит? Зачем? Зачем они отдаются сейчас? Ну... Но отдаются это громко сказано, конечно. Ой, у Нэча Профита этот. Так и быть, я куплю даст. А, нет, нету у него. И он даже не собирается. Он собрал Малевалианс против меня, видать. Я все равно куплю даст. Фантом Лансера, чувак, опасный герой. Нет, не куплю даст, у меня, короче, места, слотов не хватает. Ожидаемо. Так, мне нужен Иглсонг, как обычно.
ты, блядь, бабочку решил собрать. Да, видать, на деревья не сильно работает эта хуйня. Какая? Это. Перед деревьями лучше не стоять, понятно. Вот ты знаешь, почему мы сейчас проиграли в бою? Потому что меня не было. Да, пидор. Конечно, меня. Чё я им сделал бы? Дай-ка подумать, что же главный керри нашей команды, дамагер, должен им делать? Прям не знаю, может быть, кинул бы ульту и убежал? Нет, если главный дамагер, то это у нас тролль. Ты знаешь, сколько сейчас этот бой длился? Секунд 20 реально, за 20 секунд ты, блядь, всех из них убьешь. А тролль у нас 14 левел с сатаником. Тролль с сатаником, без БКБ. С сатаником. Тролль. Сатаник, без БКБ. Чувак. Чё? Ты помнишь, я как-то на гирокоптере собрал сатаник? Ну? Без БКБ. Да, это было круто. Ну, блять. Тролль ведь не гирокоптер, правильно? Тролль ведь не может бить по 20 целям, или я что-то не понимаю в этой доте. Ага, ассист получил. Получил. Ну все, ладно, долго уже. Тут, в общем-то, с самого начала ясно было, что такая доминация жесткая у нас. Так что... Гениальная хуйня. Его Малеволянс очень сильно мне мешал. Знаешь, что мне мешает? Блядская мне вот фиссура. Мне мешает фиссура, чувак. Корабль Вардстайла. Ну вот, блядь. Молчи. А мог бы еще и в той игре, сука, все это сделать, и мы бы уже пронесли две стороны вместо одной. Смотри, как у нас сильно пропущены лайны. Сейчас у нас нет выбора, надо идти обязательно по этим. По тем самым, ну ты понял. Я пока иглсорт не соберу, я не пойду никуда. Я тебя выебу. Не пойдет он никуда. Интересно, а собрал ли господин хороший? Нет. Диффуза на 33-й минуте. Чувак, таймингово? Я думаю, да. Мистер Кекс знает, что делать. Пойду навещу мистера. Снизу ночи просит. Он, наверное, протонулся уже. Я хочу его, чувак. Ты просто, блядь, не представляешь, как я его хочу. Как же сильно я хочу Nature Profit найти. Нашел. Нет, это ДК. ДК я один не вынесу. Rattle and roll.
Ничего, я собрал баттерфлай, я готов к бою. Чего? Где-то ДК, где-то ДК нашел. На миду? Ладно, пошли. А вот теперь я не хочу, пока Тараску не соберу. Это просто капец какой-то. Я вверх хочу принести. Выебать тебя хочу. Как тебе откровения такие, а? Ну, хоть только 4.69 скорость атаки. В смысле? Раз в 4 секунды ебашишь? Ну да. Нет. Было бы охуенно. Чувак, знаешь, сколько не хватает до Тараски? Ну так нечестно, ты уже чекнул меня и посмотрел, сколько у меня бабла. Нет, я не смотрел. Я с Эншентом, ой, с Эншентом. С крипами разбирался. Ой, а толку-то? Так. Ну что ж, Клокверк, да, конечно, я Клокверком играю не идеально. Если это можно так выразиться. Если бы я был в католической семье или в православной семье и очень бы уважал культуру речи, я бы сказал то, что Клокверком я играю хуёво. Как ты относишься к моему откровению? Положительно. То есть ты со мной согласен? На 100%. А следующем видео я буду комментировать, как Jetfire нубил за какого-нибудь персонажа. Чего? Того. Нет, да понесем мы их. Вот такие вот дела, народ. Интересно, кто из них меня осмелится вынести? Ну, налетайте, сука. Вангуард Тараска. Нихуя на дамаг, нихуя на ману, нихуя полезного для команды. Вангуард Тараска. Только Вангуард Тараска. Только хардкор. Ну вот, смотри, какая у меня скорость атаки сейчас. Ну ты мудак, у тебя бабочка. А у меня Вангуард Тараска. Нихуя у вас там веселье. Да ты только за одного героя играть и умеешь. Ой, корабль бы растаяло. Ты не отстаял, чувак. А, так и собрал он диффузы. Чувак, представь себе. Так и собрались у нас диффузы. Я думаю, так и маны мало. Так и что же делать? Так и. У тролля тот кристаллис. Кристаллис? Да, он первым купил. Так и мана, так и нужна. Так и хп много, так и маны мало. Так и фонтан даже не пробивает. Посмотри, как быстро разложили свина. Ой, Акса. Ну что ж. Эта игра лучше. Определенно. Вам, ГГ, вы повелись на мой дикий развод. Гоу еще. Нет, ребята, больше не еще. Две игры в неделю, на мой взгляд, достаточно. Сколько я киллов-то хоть сделал? 6! Смотри, чувак, это чуть меньше, чем у тебя. А смертей так аж в 2 раза меньше. Гоу без седа.
говноеды. Ну ладно, в общем, можете без меня. Всех. Всех запомнил. Все уже отключились. Ну ладно, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте, чтобы участвовать в играх с подписчиками. Также добавляйтесь ко мне в друзья за дота-шмотки, желательно за рарки. Я буду рад раркам. Вот. С вами был Сет, Jetfire. Шикучи. Чего? Шишаки. Всем пока. Побег из Шоушенка.